Почтовые услуги в любые времена имели для людей важное значение. Менялись способы передачи почтовых отправлений, расширялись границы, и сегодня многие пользуются услугами почты, к примеру, делают заказы в интернет-магазинах. Но работой почтовых отделений довольно далеко не все, и посылки теряются, и ценные письма тоже не застрахованы от того, чтобы исчезнуть бесследно. И еще очереди. В рубрику «Мобильный репортер» житель нашего города прислал видео, снятое в почтовом отделении на Школьной 82А. Он посетовал на то, что пришлось битый час простоять на почте, чтобы забрать посылку. Очередь возмущаются, а ведь туда приходят и мамы с малышами, и пожилые люди. Ко всему прочему, не в пользу посетителей изменился и режим работы почтового отделения. Это связано с отсутствием сотрудников.